Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка. Это изобретение бренда Wilmer и телеканала Shop & Show. Да. Мы знаем ваши особенности, мы знаем ваши желания. И сразу изобрели для вас новинку по цене. Только сегодня. И это эксклюзив. Друзья, нигде в другом месте вы не найдете таких сапог. Их вам представит наш эксперт Наташа Федотова, которая лично принимала. Да, вот когда вот сапоги пришли в эфир, она принимала. Предлагать их вам или нет? Ну что ж, это еще одна модель, которую наши конструкторы создали совместно с брендом Wilmer. Почему мы доверяем именно этому бренду? Потому что он обладает технологией 3D-моделирования колодки, это индивидуальная посадка под ногу, и это фирма, которая уже 25 лет занимается производством обуви и просто огромный опыт набрала в этой сфере. Итак, это зимняя модель. Она на эко-мехе, который по своим качествам максимально приближен к меху натуральному, до минус 25 градусов вот эта вот шубка будет дарить вам тепло. Какие бы морозы к нам ни пришли. Фирменная конструкция, 3D-моделирование – это главная фишка от бренда Wilmer. А это значит, что подстроиться под любой тип ноги у вас будет эффект индивидуальной посадки. Десятая полнота и размеры до 43-го. А по голенищу у нас вообще нет никаких, как говорится, нет пределов совершенства. Давай докажем. Да, мы сейчас это будем доказывать. 46 сантиметров обхват Марининой ноги. Сейчас ты увидишь, как легко она наденет. Высота наших сапог более 30 сантиметров. То есть они закрывают самую высокую часть, а более не самую широкую. Посмотри, легко застегнула. И плюс еще 7 сантиметров в эластичных вставках. То есть даже если у вас 53 обхват голени, никаких проблем с посадкой не будет. Класс! Подойдут для полненьких ножек, и это прекрасно. А, смотрите, у нас три цвета. Вот этот цвет называется вкусный шоколадный оттенок коричневый. Бежевый цвет. Не надо бояться бежевых оттенков, мы вам сегодня это докажем. Черный цвет, это классика жанра, это традиционная вариация, которую все чаще всего и заказывают. Итак, друзья, напомню, что это бренд Wilmer. Сейчас я вам это покажу. Цена действует только сегодня на нашем телеканале. Скидка 1800 рублей. С учетом скидки получается цена 2999 рублей. И плюс, друзья, фиксированная доставка 199 рублей почти в любой регион России. Делайте свой самый выгодный заказ сегодняшнего дня и максимально экономьте. Друзья, я прям коробочку взяла, чтобы вам показать. Смотрите. Видите, здесь написано «десятая редкая полнота». Наташ, в ортопедических салонах это встречается, да? Конечно, встречается, но ценник там сразу кусается. У нас, как всегда, бренд Wilmer. Все-таки вот то, что я говорю, то, что у них в их компьютерную программу заливаются данные российского ГОСТа, дает идеальную посадку именно на российскую ножку. Вот так, российские ножки, и теперь вы будете в тепле. Но нет, сейчас мы должны с тобой вместе крикнуть на всю страну, чтобы все очнулись, все проснулись. Размеры от 36 до 43-го. У меня у подруги 42 размер, она ходит в мужские отделы, чтобы там приобретать обувь, потому что нет ее 42, а тут 43. Уникальный синтез, выбираем размер в размер, и представьте, что мы получаем. 42, 43 размеры в 10 полноте, а вот такого сочетания ты порой даже в ортопедических не найдешь. Ну, знаешь, зимняя обувь бывает разная. Я помню, когда у меня дети в садик ходили, вот тогда, кстати, я и подружилась с нашей воспитательницей Наташенькой, вот, и я иду вот от дома до садика, ну, 10-15 минут, я уже замерзаю, минус 20, когда уже все, ноги аж сводят. А воспитательницы наши стоят и не мерзнут. Я говорю, Наташ, а как у тебя это вообще происходит? Что у тебя там за обувь такая? Она говорит, Оль, обычная обувь, искусственный мех, нормально. Эко-мех сейчас очень сильно, кстати, от искусственного, который мы знали раньше, отличается. Все-таки эко-материалы сейчас на вискозной основе, сравниваю специально с мутоном. Оцени, густота ворсинок на квадратный сантиметр у мутона и эко-меха одинаковая, а значит, греет он ничуть не хуже. Посмотри, до чего нашел прогресс. До минус 25 градусов носим. Мало того, этот мех еще и очень износостойкий и будет служить жить вам много лет. То есть, смотрите, друзья, это ваше тепло. Но, знаешь, иногда стоишь на одном месте, вроде бы везде тепло, а от земли прям сильно промерзает. Бывает. И у нас несколько слоев подошвы внутри. Это очень важно. Я сейчас хочу тебе показать, что в разрезе наших сапог, чтобы ты понимала, что будет помогать нашему супер-эко-меху сохранять тепло. Итак, подошва из термопластичной резины. Это первый слой, который удерживает тепло. Далее идут воздушно-изолирующие камеры. Греет нас всегда именно воздушная подошва.
подушка. Далее идет слой утеплителя, основная стелька, еще один утеплитель и стелька из плотного густого меха. Соответственно, вот такая многоступенчатость помогает нашему эко-меху нас согревать. Мы можем расслабленно часами просто стоять на холодной земле и не чувствовать холода. Помнишь вот это ощущение, когда пальцы аж колоть начинают, ломить начинают? Угу. Теперь, получается, мы это забудем раз и навсегда сапогами Виктории. Но не забудем и в белых сапогах, что такое грязные российские зимы. Все-таки, знаешь, красивый, светлый цвет. Ничего сказать не могу, но он все-таки маркий. Поэтому реже всего заказываю. Я в этот раз предлагаю себя все-таки побаловать. Итак, один сапог мы взяли, засушили грязь специально. Я показываю, насколько легко и просто отмывается. Потому что современная эко-кожа, она пористая, но это поры очень-очень мелкие. То есть ни вода, ни грязь просто не впитываются. Вам не нужны дополнительные средства ухода. Вы просто берете обычную кухонную губку и струю воды. И даже если грязь засохла, у нас эко-кожа не повредится. Она будет выглядеть так же идеально. Вот, так что берем все цвета, которые вам нравятся. Коричневый, прекрасно. Черный, идеально. Но если вам хочется светло-бежевый, берите, он не пачкается. Даже если испачкается, ну, быстренько протерли, все нормально. Это специальная разработка совместно с телеканалом Shop & Show и с брендом Wilmar. Изумительные сапоги, которые, ну, по всем требованиям наших телезрителей, да, сконструированы. До 43-го размера они представлены на нашем телеканале. Цена действует только сегодня. 2999 рублей. Ну и фиксированная доставка 199 рублей почти в любой регион России. Так, смотри, если косточка подойдет? Ну, мы это прямо сейчас видим. Света нам делает замер 25 сантиметров. Свет, показывай косточку. Посмотри, шикарная косточка. Ну, как шикарная. Любимая, наша любимая косточка. А вот Свете как раз не до смеха при выборе обуви. Мы сразу понимаем, вальгусная деформация доставляет много хлопот и неприятностей. 10-я полнота. Широкая зона щиколотки и высокий широкий мыс. Вот что дало 3D-моделирование от бренда Wilmar. И это специально разработанная компьютерной программой колодка, которая дает, во-первых, очень комфортную свободную посадку для ножки проблемной, во-вторых, если у вас стандартная ножка, не уходите от телевизора, у вас внутри будет свободное кровообращение, а это значит, что вам будет тепло даже в минус 35. Наташ, вены вылезать не будут, когда что-то сдавливают. Профилактика варикоза. Вот, идеально. И, друзья, посмотрите, какие они высокие, вы видите? То есть давить не будут. Это обувь, которая создана для вашей ножки, вы это поймете сразу, как только их закажете. Главное предложение я. Yeah.